Подведение итогов дачного сезона и постановка задач на следующий год. В культурном комплексе «Славия» состоялся семинар Союза садоводов Щелковского района. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Пожалуй, таким принципом руководствуются все садоводы, в том числе и в Щелковском районе. По словам председателя районного союза садоводов Анатолия Штоколова, в этом году в 45 раз увеличились продажи стеклянных банок в районе, а значит и выросло число домашних заготовок. Таков один из главных итогов дачного сезона. В каждом СНТ вырастили столько урожая, чтобы прокормить не только свои семьи, но и обеспечить продукцией внуков, соседей. В Щелковском районе более 400 садовых товариществ. Председатели многих из них встретились в культурном комплексе «Славия». Говорили об итогах дачной кампании, обсуждали задачи на следующий год, а также проблемы, с которыми сегодня сталкиваются садоводы. Если раньше одной из главных сложностей были несанкционированные свалки, то сегодня эта проблема практически решена. Все садовые товарищества оборудованы мусорными контейнерами, а также проводятся дежурства, чтобы проезжающие мимо автомобилисты не выбрасывали мусор, где попало. Совместно с сотрудниками полиции ведется работа по снижению количества вскрытия дач в зимнее время. Тем не менее, остались еще вопросы, которые только предстоит решить. Так, пока только 3/4 дачников оформили свои участки и недвижимость в собственность. 72% еще предстоит серьезная работа. Серьезная работа предстоит по электрификации, газификации, дорожной, так сказать, сети, да и по многим другим вопросам, чем живет сегодня СНТ. Главная проблема в кооперативах – это электроэнергия. Как бы ее все-таки передать на баланс наших восточных сетей? Но условия, которые выдвигают восточные сети, ну просто... То есть заменить всю систему у собственников линий, заменить полностью столбы, провода. За помощью в решении проблем садоводы обращаются и в администрацию, и в районную организацию. Так, председатель Союза регулярно проводит приемы. Только в этом году за консультацией обратились более 1000 человек. Им оказывается юридическая помощь и поддержка в суде. Еще одна задача семинара – поощрить тех, кто активно работал в течение всего дачного сезона. Так отметили заслуги более 50 человек. Глава района Надежда Суровцева и руководитель администрации Алексей Валов вручили им ценные подарки и благодарственные письма. Это в первую очередь для меня, что оценили мой труд, именно мой труд, что работая на общественных началах, без зарплаты, оценили наш труд, что да, что-то мы хорошее сделали не только для района, но и для людей. В целом, семинар районного союза садоводов прошел эффективно. Участники встречи смогли пообщаться друг с другом, обменяться опытом, получить ответы на интересующие их вопросы, а также поставить задачи на следующий год. Задача следующего года – это все сделать по региональному стандарту и, самое главное, оформить в собственность землю и недвижимость для того, чтобы потом платить налоги государству. Дарья Соснегова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».